Я хочу сказать спасибо своей маме за то, что вот, в принципе, все мамы Одессы, они такие самоотверженные, да, вот они уделяют очень много внимания детям. Вообще всю жизнь ложат на детей, да, и от этого получают удовлетворение. И мне кажется, что это правильно, потому что сейчас чуть-чуть тенденция такая, что мама должна реализоваться, а ребенок чуть-чуть так уходит на второй план. Вот я считаю, что это не особо, не сильно верно. Большое-большое спасибо своей работе. Пожелать своему персоналу всего самого-самого наилучшего. И встретимся завтра на смене. Хочу сказать спасибо маме за то, что воспитала меня. Все, спасибо. Юрию Кузнецову и Наталье Кузнецовой за организацию концерта вчера. Стэнли Джордан выступал, знаете, вот, Мускомедии. Было просто потрясающе. Я не знаю, как еще могли сложиться обстоятельства, как еще можно было это организовать. Это было просто здорово. И большое спасибо, что есть такие люди, которые этим занимаются у нас сейчас в Одессе. Спасибо маме, папе за то, что они находятся здесь, что они, вот так сложилась их жизнь, так складывается моя, что они предоставляют мне все эти возможности и делают так, что я их правильно понимаю и могу реализовать их и стать тем человеком, которого они от меня хотят. Я очень рад, что у меня это есть, потому что многие люди этого просто не имеют, я это очень ценю, я очень доволен этим. Да. Спасибо родителям, потому что, в принципе, свою жизнь они посвятили мне и моему брату, и если бы не они, наверное, того, что у меня есть, этого бы не было, и я бы не была тем, кем я являюсь. Я хочу сказать спасибо за родителей и за мою любовь. Я хочу сказать спасибо родителям, за что меня воспитали, выросли, спонсируют. Родителям хочу сказать спасибо за все, что они делали для меня. Спасибо Аднану Ивану за то, что он делает для людей Одессы. Но очень хорошо, что есть такие люди, что они думают не только о себе, там, даже если бизнесмены, не только о своей прибыли, еще делают что-то полезное для города, для людей. Спасибо!